12 сентября 1890 года великий русский писатель Антон Павлович Чехов вместе с остальными пассажирами теплохода ступил на землю Корсаковского поста. В то время Корсаков был административным центром, столицей юга каторжного Сахалина. С моря была видна только одна его главная улица, на которой, лоснясь на солнце, в центре стояла большая церковь старой постройки, потому красивой архитектуры. Сахалинская земля была и остается богатейшим местом природных ресурсов. Каждое утро заключенные каторжане распределялись на тяжелые принудительные работы. Колонизация острова способствовала повсеместному возведению построек и возникновению новых поселений. Доброе слово среди людей, живущих в суровых условиях каторжного острова, было большой редкостью, поэтому женщины и дети с неподдельным интересом и любопытством шли на контакт и посвятили Антон Павловича в повседневную рутину и быт вольнопоселенцев. Антон Павлович окончил медицинский институт и очень хотел пригодиться людям изолированного острова еще и как врач. Люди охотно шли на прием к доктору Чехову, и он не отказывал никому. Детство на Сахалине было бедным, худым и голодным. В суровых условиях каторги дети с раннего возраста, стараясь услужить, обеспечивали себя куском хлеба. В то время на Сахалине было всего 5 школ, одна из них в Корсакове. Школа была открыта 7 сентября 1875 года и была названа Алексеевской по имени великого князя Алексея Александровича. Преподавали в школах, в том числе в Корсаковской, порой люди случайные, малообразованные. Нелегко решалась проблема грамотности на каторжном Сахалине. Антон Павлович, вернувшись в Москву, отправил на Сахалин учебники и методические материалы для школ. «Я вставал каждый день в 5 утра, ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано», – писал Чехов. Антон Павлович проделал огромный труд, в том числе провел перепись населения. Свое долгое путешествие через всю Россию на каторжный Сахалин и обратно писатель описал в большом труде «Остров Сахалин». Широкий общественный резонанс – так можно было охарактеризовать то, что последовало за книгой о России. На Сахалин обратили внимание официальные лица, которые с легкой руки Чехова стали посещать Сахалин, заходить в пост Корсаковский. Это были как русские, так и иностранные исследователи.